Друзья, всем привет! У нас сегодня тихая охота. Взяли корзиночки. Делает Петр Иванович. Вон он пошел сам с ведром, а мне вручил корзинку. Будем мы сегодня собирать сморчки. Вот. В лесу их нет пока, есть только в полях. Сейчас дойдем до первой полянки, я вам покажу. Вот так вот потихоньку ходишь, собираешь. Ножик можно в принципе не брать. Но я как-то привык за грибами с ножом ходить. Пытаются полянки хорошие. В некоторых местах даже штук по 20 их сидит. А где-то вообще нет. Ну, ничего страшного. Проходим, смотрим, ищем, находим, собираем. У тебя хорошая полянка. У Петра Ивановича вон уже ведерко. Сколько мы? Полчаса, да, ходим? Ну, да. У меня вот. И вот моя поляночка очередная. Все очень просто. Сырость нужна, ивняк. Вот такой. И вот они, пожалуйста. Вот такими полянками они растут. Потихоньку туда-туда, везде. Вон там. Садишься и начинаешь. Они очень легко. На самом деле, оп, оп, берем мы в основном шляпки, вот так, раз, и в корзинку, ладно, собираем. Ага, видишь, какой жирный. Мозги. Спрятались. Травушки в листьях. Там-то нету, вон там. Вот. Сидит. Вот спрятанный в траве сидит. Полянка тут. Он самый гигант. Ага. Самый гигантелос. Тут два брата-близнеца. Забирай гиганта. Вон еще. А, ты на него уже наступил. О! Да. Да. Какие крепкие. Ну вот так, друзья, сегодня мы с Петром Ивановичем пробежались. Сколько? Буквально час, наверное, да? Время у нас 7 час. Вот. Почти полная и ведерко. Ну еще сейчас, а пока до машины дойдем, наполним. Нас с тихой охотой. Надо тоже грибы собирать потихонечку-то. Ходить иногда. Все. Не забываем подписочку. Там колокольчики, бубенчики. Вот это вот. Увидимся в угодьях. До скорых встреч.